Ребят, хотел снять, точнее сделать фотографию, проезжая вот здесь деревушку одну. Но, к сожалению, солнце прям долбит, ну, точнее не долбит, а светит. Светит мне прямо в лицо. То есть я не смогу сфотографироваться вот напротив той мельницы. Мне бы надо, чтобы она была с другой стороны. Тогда была бы фотка хорошая. У меня не получилось. Точнее, не получится. Видите, как темновато получается. А вот с этой стороны уже хорошо. Ну ладно, еще найдем где-нибудь мы мельницу-то. Я думаю, да. Места-то есть. А так поехали дальше. Надо домой уже.